Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем вам, что у нас происходит в ноябре. Мы говорим из Питера, хотя в наших планах было сегодня находиться под Москвой вместе с нашими товарищами по федерации, которые сдавали экзамен. Они уже этот экзамен сдали. Как это происходило, мы не видели, но не сомневаемся, что у вас все хорошо, что вы все сдали, что вы все молодцы. И хотим вам напомнить, что мы мысленно с вами и надеемся, что весной, сейчас даже не верится, что она будет, мы к вам присоединимся. А пока мы находимся в солнечном Санкт-Петербурге, вот там было солнце. Вчера. Кажется. И в Санкт-Петербурге мы продолжаем наши занятия, несмотря на то, что карантин снова откусил нам один зал. Долгоозерный у нас пока отпадает. В качестве компенсации мы добавим тренировки на Выборгской. И еще хорошая новость. Наконец-то в этом месяце мы собрались провести тест. Наш обычный ежемесячный тест, который в связи с карантином мы не проводили. Но вот сейчас мы все-таки его проведем. Конечно, если наш локдаун внезапно не превратится в шатдаун, но мы будем надеяться, что мы таки сможем его провести. Как-то карантин оставляет мало места для новостей в нашем айкидо. Поэтому на этом мы с вами попрощаемся. И, как всегда, всем хорошим людям желаю не болеть. И что? По-моему, все.